чтобы дома у нас было прекрасное такое оформление и декор, мы попробуем с вами сделаем это оформление из подручных материалов, что-то вот подобно такого вот шарика из шишек, с использованием шишек, елок, веточек, ели. Вот так вот можно оформить. И также вот такие вот веночки. Что нам для этого нужно? Для этого нужно нам приобрести пенопластовый шарик, шпагат, шишки. У меня вот в данном случае еловые шишки. Можно также и сосновые использовать. Ну и акриловые краски, они на водной основе, поэтому они безопасны и для детей, и для взрослых. Берем шишечку еловую, берем акриловую краску белую и подкрашиваем у шишки кончики вот как вот здесь вот белой красочкой. Тут берем акрил и вот такими вот мазками хаотично наносим акриловую краску. Красим шишку, даем ей подсохнуть, так как краска на водной основе, сохнет это достаточно быстро. Но чтобы ускорить, можно использовать фен. Вот так, кладем в сторону, пускай она сохнет. Пенопластовый шарик такого диаметра мы берем и покрываем коричневой краской, то есть чтобы основание у нас сливалось немного с шишками по цвету, совпадало. Также наносим кистью и даем просохнуть. Мы берем нитку шпагата, так как эта конструкция достаточно тяжелая получается, поэтому ни один крючок это не выдерживает. Поэтому нужно взять нитку шпагата и перетянуть вот так вот, таким образом, шарик и связать его. Берем шишку и основание шишки наносим вот так вот, таким образом клей. И вот так вот придерживаем и ждем время засыхания, схватываемости шишки с пенопластовым шариком. Итак, мы с вами заполняем весь шарик шишками. Там, где у вас остается промежуток между шишками, можно заполнить вот такими еловыми веточками. Можно натуральными, можно купить искусственные. Таким образом, мы берем следующую шишку. Как мы шишки нанесли на пенопластовый шарик, заполнили еловыми веточками, можно еще задекорировать то, что у вас есть дома, или то, что там вам хочется дополнить. Можно сделать по-другому, поставить, допустим, даже какую-то красивую вазу вот таким вот образом. У вас получится вот такой вот декор. Что здесь вот можно сделать? Берется спил дерева, сверлится дырочка, берется палочка от суши, к шишечке также клеевым пистолетом приклеивается, и берете ленточки, завязываете бантик, также веточки ели и какой-то вот сюда вот декор. Можно вот у меня вот в данный момент, можно Дед Мороза или там же просто шарик. И вот такие вот венки, которые можно украсить дверь своего жилища. Это тоже
тоже сделано своими руками. Сделано это из лозы дикого винограда. Или можно заменить в данный момент, просто набрать веточки березы. Те веточки, которые гибкие. Здесь вот просто покрашена белой еще краской. Ну, вот и все, что можно сделать, и я вам показала из подручных материалов, сделать дома вместе с семьей в преддверии Нового года. Спасибо.